Hello, guys. Hello, everyone. Я потом поговорю с вами по-русски немножко. Здравствуйте, друзья. Я хотел бы вам показать, как выглядит... А, вот так, отлично. Я сейчас пытаюсь разобраться с новым телефоном. Лаос. Hello, guys. Now I want to show you how it looked Laos, People's Democratic Republic. The highway in the mountains and a small stupa for praying. Buddha. And there is two flags. One of them is a flag of Laos country, People's Democratic Republic. Another one, it's a Communist Party, which is main party in government party in Communist Party, political party in Laos. All Soviet people, they know very good this flag. Absolutely sure, even I was born in that country, in USSR. So that is a beautiful landscape in this country. Now I'm very high in the mountains. Here is a lovely bench to sit and watch amazing scenery. Here is a kind of, this one is a kind of tipi house. And amazing highway. Please don't forget to subscribe this channel. Write me some comments and give me like. And don't forget to share this video with your friends. Now I'm traveling all around the world 3 years and one day, and I have been in 28 countries. My name is Oleg. See you at the end of the world, guys. Друзья мои, не забудьте подписаться на этот канал, поставить лайки и откомментить хорошими словами. Также не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Надеюсь, вы приблизительно поняли все, что я хотел вам сказать сейчас. И все, что я сейчас сказал по-английски. Я уже странствую 3 года и 1 день по земному шару. И посетил уже 28 стран. Да, я хотел сказать, что вот это флаг Лаоса, один из них с кружочком в центре. А второй из них это флаг Коммунистической партии Лаоса, которая является главной политической партией, силой в этой социалистической республике. Я даже когда-то тоже был рожден в СССР. Да, поэтому мне, как и любому советскому человеку, очень хорошо знаком этот флаг. Следите за моими путешествиями и передвижениями, и приключениями, и вы еще узнаете много интересного об этом мире. Не забудьте подписаться, поставить лайк, откомментить хорошими словами и, конечно же, поделиться этим видео с друзьями. А также нажать на колокольчик, который находится в правом верхнем углу, возле кнопки подписаться. Спасибо, друзья мои, всех целую и обнимаю. Это был Петров Олег, увидимся. Hello, see you.